Задание называется... Задание называется «На грани». Старейшина Доброн попросил сделать что-то с таинственной фигурой, которая пугает жителей деревни. А там был... Донован Клейн, мы с ним уже поговорили. Да, Донован Клейн. Он попросил принести одно сокровище бандита. Ну пошли, я же уже побежала. Он сказал, что там, где брать это сокровище, там будут бандиты. Надеюсь, нас там не грохнут. А кто это за нами не пошел? Раз, два. Stand tall and fight like hell. Да, а где третий? Кто это? Любомир? Блин. А другой где? Так что он не идет за нами? Не знаю. Может прибежит? Я так подозреваю, что он застрял. Да, он застрял. В дереве. Let's show them what we're made of. No backing down now. Не может дерево обойти. Слушай, они каким-то своим путем идут, никак не за мной. Ты где? Аня, а ты где? Я тут. Ну, около меня тебя нету. Так я жду тебя, я же вперед убежала. А, это ты им что-то приказ отдала, они... Да, я им приказ отдала, чтобы они двигались, чтобы не застревали. Так я им сделал приказ, чтобы они за мной следовали. Так а зачем они вон сами пойдут туда, вот куда я поставила, они туда прибегут? Еще вперед нас с тобой прибегут. Ну вперед нас не надо. Ты не торопись, куда ты торопишься-то? Успеем. А ты топоры с собой взял? Да. Окей. Два бандита там. Окей. Ну вот, наверное, это... А, нет, это нам надо... Вот эти два, и там два, и того четыре. Блин. Давай тогда сперва вот этих двоих. Да. Чтобы они не всей толпой на нас сагрились. Они к лагерю, в лагерь пошли. Блин, если они все четверо побегут, будет не очень весело. Стой здесь, стой. Вон он. Забанили. Ну одного, а если все трое, там ты трое. Угроза возросла 100%. Ожидается набег. Завтра на нас нападать будут. И что у них там было? Денежки, веревки. Где-то еще один мешочек валяется. Сокровища бандиты, предмет задания. Подожди, не вижу, где еще мешочек я? Ну вот я беру. Так и нет, вот тут где-то. Ремень, 10 монет. Где-то тут еще мешочек. Ну еще. Я не знаю. Ну я не вижу я его. Ну посмотри ты на карте. Ты лучше меня видишь. А он на карте разве отмечается? Ну конечно. А, да. Останки Чарли Хачкин. Ну вот где он? Сейчас. Ну где-то тут. Вот прям мы на нем где-то стоим.
Вот, в кустах, поэтому не видно. Ремень, монеты, шнур, редиска. Ну хорошо. Редиску одну. Любомира подлечу. Так восстановится у него. Ну и подлечила, быстрее восстановится. Бинтики тратишь? Пойдем, пойдем это, еще наделаем. Что ты сидишь? Куда пойдем-то? Ты в лагерь-то зайди, тут же лут лежит. Так, а я же тут, в лагере. Так, ребятки, отойдите пока в сторонку. Что там в сундуке? Ваш инвентарь полон. А я не мог взять, у меня полный инвентарь. Я беру. У меня же топоры. Чё я развиваюсь? А что тут еще? Ремень, давай тебе ремень отдам. У меня топоры, я ничего не могу взять. Давай, давай. А или тут больше ничего нет? Блин, да. Как он орёт, ты слышишь? Нет. Олени как орёт? Я не знаю, у тебя какой-то в игре баг. У меня нету звука олени вообще. Да он рядом стоит и орёт. Ну... У меня не встает, не орёт. Вон он стоит и орёт наверху. Мычит как-то так. Так, ну всё. Всё тут за... Да, вот флаг за разбойников. Забрать или что? Да, где флаг? Вот, 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 Е у меня высветилось. Ну нажимай, да. Ну вот, подойди сам. Забрать. Видишь? Уже очищено, а что такое? А я не могу. А я не могу. А, это, наверное, когда тут были бандиты, можно было их не убивать, что ли, а флаг забрать. Не знаю, вон олень убежал. А я, у меня стоит забрать, но я забрать не могу. Я не могу. Так, это что по заданию? Принести одно сокровище. А сокровище у тебя есть? Да. Окей. Так. Пошли. Ну, пойдем по дороге ему сокровища дадим и потом где-то что-то. В деревню надо? В деревню надо мне его топоры отдать? Ну, сейчас Донован там по дороге будет. Или как его там? Да, Донован. Донован Клейн. Отдадим ему, поделимся, что я не знаю. Он же просил сокровища ему принести. Так, отдаю ему сокровище, сундук. Бери свою половину. Я могу покинуть это место. Жители больше его не увидят. Прощай и не попадай в неприятности. Ну все, он уходит. Поговорить с Доброном Йорклином старейшиной. А у него тут ничего нельзя взять, мешочки. Так, ну пошли в деревню со старейшинами поговорить и топоры мне отдать. Пойдем. Наверное, из-за того, что мы этих разбойников убили, у нас вот эта угроза и возросла. Да, но у тебя, смотри, у нас 428, а было всего 100 с чем-то, 132, по-моему, было. За разбойников дали? Да, 132 было... репутации, сейчас смотри, как репутации много стало. Так, слушай, а этих Васик, может, я пока отпущу, пусть идут работать? Мы сегодня никуда же не пойдем больше? Ну, отпусти, не пускай идут. Так, армия. Солдаты вернутся к работе. Так, старейшина. Stop wandering around. Yes. Относительно того бандита поблизости. Yes. What did you manage to find out?
Was he a bandit scout or a ghost, like Andrea theorized? Бывший бандит, не волнуйтесь, он больше не будет беспокоить Херндин. А второй вариант, в любом случае не призрак, но я обещаю, что Херндин наконец-то может спать спокойно. Looking for trouble? So what did you decide to do with him? Я отпустил его. Он просто хотел покинуть низменности. Он заверил меня, что больше не будет беспокоить жителей деревни. I'm glad that you were able to resolve this without bloodshed, but I'm not sure if he will keep his word. We are keeping the peace here in the name of Lord Ashmore. See if this decision was a good one. Take this as a reward. Так, выбрать награду. Слышишь? Да, я слышу. Два варианта. Книга ученика «Одноручное оружие» и книга ученика «Стрельба из лука». Стрельба из лука. И небольшой бонус от жителей. Первый вариант – кулинария, второй вариант – рабочий. Что такое не рабочий, я не знаю. Книга не как. Не знаю, я выбираю сам. Ну давай рабочий. I hope they prove useful. Спасибо. Так, монетки я ему еще yes. Is there something you need? Вот тут я смотрю, вот тут Лука Ардуэль. You do? What is it? Вот он неплохой. У него рабочие 5 из 7. Рабочий, я не знаю, что это такое. Это, наверное, строительство. Я не знаю, наверное. Ну, вроде бы. Ну, ой, нет, у него стоит обзоры. Все прожаривает. Да, да, он жирненький такой. А ну-ка ты кто? А нет, 7 из 10, 6 из 8, 6 из 9. О, какой он хороший кочевник. Вундеркинд. Нам нужно, Аня, сборщиков, чтоб собирали руду, лесозаготовка. Вот нам что надо. Так, топоры мне нужно отдать, а то у меня рюкзак полный. Я ничего не могу брать. Если топоры отдам. Hello, friend. So do you have those weapons? Finally, start working on this order. Три варианта. Ремесло, одноручное оружие и двуручное оружие. Наверное, одноручное оружие нам надо. Good choice. Спасибо. Не ввязывайся в неприятности со своим таинственным торговцем. Так. Ой, а он, по-моему, опять задание нам еще одно даст. Ну, бери. У него вопросик. Ай, there is one thing, mate. I'm working on a caravan with Marek Tholi, a lad from Padstow. To improve the trade routes between our two villages. That's what I like to hear. News from the kingdom? There's always something to do. Give me three rugged shirts. Просит принести ему три прочные рубашки. Ой, у нас нету этих с тобой. Promised to deliver some caravan parts, but there's been some delays, and I haven't heard from him. Have you seen the elder yet? I'm sure the lad is all right. Once we've had the chance. The problem is, he should have delivered caravan parts yesterday, and I'm curious about what's causing the delay. Have you seen the elder yet? Зачем тебе нужны прочные рубашки? The caravan is not only the potential target, you know. We need someone to protect it, and if someone is going to protect it, they need some basic armor. Ты сборщика ищи. Я ищу, бегаю, видишь? Так. What a helpful one you are, but not at the moment. I just need the wares for now. We can discuss more work later. Требуемый уровень защиты. 5 из 10. 6 из 7. 7 из 9. Hungry down on luck, a coin. Три грубые рубахи надо, в общем.
У нас с тобой нету ресурсов на рыбалке. Так, а это что такое? Бывший заказ. А, это с плотником поговорить. Еще одно задание у нас в деревне Пэтстоун. Let's talk. Ты что ты имеешь на виду? Hail fellow. Вот которые хорошие, их нанять невозможно. If you're so eager to do things for the village, I have one thing in mind. Our village hall, the heart of our community, lacks the luster it once had. I would like to decorate it somehow. Да if you're as skilled такое? As they Они say, you хорошие. Can contribute by crafting trophies for the hall. Старейшина, prove your worth, impress me, and perhaps the reward will be yours. Confidence is a start, but let's see if your craftsmanship holds up. Impress me, and you will earn more than just my acknowledgement. Изготовление 6 из 10, охота 5 из 10. О, какая хорошая хочу. Значит, ему надо принести один волчий трофей, один оленей трофей и один трофей кабана. Так, ну нам надо идти волков, кабанов, стрелять оленей. А что за трофей? Я откуда знаю? А вот которые рога, это относится к трофею? Рога, да, рога нам нужны, да. Так, это что? Ну, значит, рога есть, нам надо с кабана и с волком что-то. Блин, ну что, выносливые призовутость? Ну, нет, sorry, but I don't have any job for you at the moment. Сбор 0, земледелие 0, охота 1, приготовление пищи 0, изготовление 1, исследование 0, рабочий из нее 1, никакой. Слушай, а нет, он говорит, их изготовить надо. Кого? А, да, их надо изготавливать. Трофеи. Так, ну... А это надо сперва исследовать. Ну, в общем, это нам еще не скоро. Мы до этого... Ну, побьем? Их надо изготавливать, а перед изготовкой их нужно открыть. Столе этом исследовать. Ну, откроем. Все, посмотрим, что там нужно сделаем. Так, задание. Задание тут нам дают. Убери. Торговец книгами просит проверить дороги. Ну давай проверим. Амелию все, исключай сразу, вот она тут ходит. Ее не смотри, у нее все там рядом, у нее вообще она не такая. Ой, где ты, Проверить вдоль и вокруг дорог. Ну, если квест выбираешь, наверное, он отсвечивается будет? Нет, пока нет. Найти пропавшую повозку купца. Ну... Где это? Ты кто, Марсель? Это в стороне деревни Патстоун. Марсель, я тоже не смотрю, там ничего хорошего нет. The books in the library. Я никого не смотрю, ты сама смотри. They're keys to unlock your greatest potential. Pray tell, did you find the merchant? Так, взял еще одну задание. Так, ну все, я вроде задание тут. Задание тут понабрал. Ну, блин, ну все до четырех. Вот. У него только все до четырех. Два из четырех, два из четырех, два из четырех. Нет, таких не надо брать. Надо брать, чтобы как можно больше, до семи, вот самое. Ну вот. У него рабочий зато 5 из 7. Да это нам не надо. Нам сборщики нужны, а не рабочие. Сборщик у него 2 из 4, земледелие 3 из 5, охота 2 из 5, приготовление пищи 2 из 5, изготовление 2 из 5. Да это вообще тогда его закрывай, к чему все плохое. Ну,
верно. Тогда сам выбери, сам ищи. Сам бегай, смотри. Sorry, I'm busy. Go find the village elder. Амелия Терекус, ты про нее говорила? Да, ее вообще не смотри, у нее там все ноль. Ноль-ноль-ноль, у нее вообще там. Тут же вроде две Амелии. Могу я тебе нету у тебя. Матиас, а ну-ка ты, Матиас, иди сюда, что у тебя там? Мария Блайт, вот я нашел какую-то. Ой, не могу я ее. Ну смотри, смотри. Сбор 2 из 5. Приготовление пищи 5 из 6. Охота 3 из 5. Ты смотри, еще Герман, обращай внимание, чтобы еще и как воин был неплохой, чтобы можно было, пока у нас же нету никого, чтобы как воина с собой можно было бы, не то что брать с собой, а вот когда, если нападают, чтобы она могла сражаться, охранять меня. Ну вот иди посмотри Марию. Иду, где ты? Но мне не нравится, что у нее ремесло лимит пятерки. Так а ремесло можно книжечками поднимать тебе за это книжечко. Нет, выше лимита оно не пройдет. Мария Блайт, ну-ка покажи. Давай. Как воин она вроде хорошая, но как рабочий фиговая. Амелия, Амелия, слушай, тут еще одна Амелия, Амелия. А, это... Right. Нет, Герман, она неплохая. Вот смотри, у нее защитник. И яростный. Ну, как воин, да. Она неплохая. И у нее сбор 2 из 5. Она, если будет забирать, у нее поднимется. Ну, земледелие, ну ладно. Охота у нее 3 из 5. Рабочий 2 из 4. Нет, вроде бы неплохая. У нее одноручная, видишь, уже у нее 6 из 9. И щит у нее 5 из 7. Сила 2 из 5. Ну, давай наймем. Из лука она не может, ну что? Дубину дадим. Ну да. Пускай будет дубина у нее, зато одноручная. Она будет просто как воин. Ну что, воберем? Давай, бери. Люди-то нужны, работники. Ловко все. Надо еще один лагерь поставить. У нас сейчас четверо. Ройс, это кто такой? I heard the elder has been asking if there is anyone who could help him out with some things. Have you seen the elder yet? Like you could use some help yourself. Надо ей тогда дубину делать и щит. Да, я ее сейчас одену, ей дам дубину, дам ей щит. И пускай будет воином, она воин, как воин, плохая. А, под, ну-ка, подожди, у нее сколько жизней, я посмотрю? Ой, смотри, какого я... А, я его не могу взять. Земледелие 7 из 10, представляешь? Где? Бери? Ну, так и нет, тут надо уровень доверия, Белл Райт. И репутации, ой, знаешь, сколько надо, чтобы его нанять? 1146. Герман, смотри, а у нее одноручное оружие. Плюс 2, синенькое. 4 плюс 2. Keep going. Что это значит? Ну, прибавляется, значит, прибавка идет. Нет, какая прибавка? Иди сюда, я тебе покажу. Tender livestock, keeping them fed and watered. Вот, посмотри ее. И вот, вот, посмотри ее атрибуты. Что это такое у нее синенькое? Это бонусы. Наверное, они идут. Looking for trouble? Бонус к урону у нее 10%. А, это из-за того, что у нее, вон, когда смотришь в ее атрибуты, видишь, у нее, ну как сказать, таланты, что ли. У нее талант защитник. И яростный. А, да. Вот это дает, понятно. Вот, например, близорукость у нее, видишь, отнимается стрельба из лука минус 2, ловкость минус 3. Так, а ну-ка, а у меня? Ей, ей лук не надо давать, она близорукая. А мне, а так, а у меня не 4. А у тебя нет талантов, нету у нас. Таланты нет, только у этих есть, у, да, у ботов. В общем, ей надо щит и
одноручное оружие. Да, я ее сейчас там... Подожди, а у других тогда что? А ну-ка, атрибуты... У других? Вундеркинд. Любомир у нас вундеркинд. У него только всё. Так, ну я побежал в деревню. Мария Блайт у нас защитник. А, это мы ее только что наняли. А это Орби у нас кто? Носильщик. У нас носильщик. Завтра будет нападение. Это Персиваль. Обороняться. А почему у Персиваля ничего нету? Ну, у кого-то есть, у кого-то нет. У нас с тобой один только этот. Любомир, который самый первый. Слышишь? Слышу. Он у нас вундеркинд.